Ольга Грицук – врач-стоматолог с 5-летним стажем. Несмотря на относительно небольшой временной период, девушка уже успела заслужить особое уважительное отношение и пациентов, и коллег. Последние, к слову, утверждают, Ольга Леонидовна – доктор универсальный, может оказать практически любую стоматологическую помощь. Сама Ольга Грицук считает, ей еще есть чему учиться. Работу свою она любит, профессию выбрала еще в детстве и сегодня не променяла бы ее ни на какую другую. Я даже не помню того момента, когда захотела быть врачом-стоматологом. Просто я знала, что вот я хочу, я буду, и у меня других вариантов, в принципе, не рассматривалось. Может быть, поспособствовали мои родители. Моя мама всегда говорила, что это очень благородная профессия, что помогать людям – это очень хорошо. Для меня наибольшее удовольствие доставляет видеть, когда пациенты довольны результатом лечения, когда они выходят, у меня у них улыбка на лице, потому что им нравится то, что я сделала. Это является наивысшей похвалой любому доктору. Большой вклад в дело становления молодых специалистов вносят их более опытные коллеги. В Брестской стоматологической поликлинике делиться опытом и приходить на помощь друг другу не жест вежливости, это веление души. К тому же нередко новые технологии гораздо эффективнее осваивать совместно. А изменения здесь, как и в медицине в целом, происходят постоянно. Я помню тот день, когда я пришла на работу в эту поликлинику. Это было, конечно, очень давно, но работа появилось очень много нового, то, чего раньше не было. Работать стало интереснее, наверное, в каких-то моментах. У нас появились более такие прогрессивные методы лечения, более что-то новое, интересное. Наши пациенты уходят от нас с улыбкой, и нас это, конечно, радует. В настоящее время в поликлинике работает более полусотни докторов. Это стоматологи, хирурги, ортопеды и терапевты. Есть и 3 зубных врача. Поликлиника обслуживает в основном население Московского района, города над Бугом. К учреждению прикреплено порядка 105 тысяч человек. Однако в помощи, особенно экстренной, здесь не откажут никому. Но не устают напоминать, лучше не доводить ситуацию до боли. О важности профилактики стоматологи говорят постоянно, даже при подготовке сюжета к празднику. Наши жители имеют счастливую возможность выбирать себе доктора как в частной структуре, так и в государственном лечебном учреждении. И хочется еще сказать своим пациентам вот что, что поскольку у вас есть свой любимый доктор, вы должны не забыть его поздравить. И это день обоюдных действий, потому что улыбка человека на сегодняшний день является его визитной карточкой. Поэтому мы призываем всех своих пациентов 2 раза в год приходить на обычный профилактический осмотр. Этого будет вполне достаточно для обоюдных действий в дальнейшем со своим врачом. Профилактика – залог здоровья. Не стоит бояться прийти на прием. Тем более сегодня у каждого есть возможность выбрать по душе и специалиста, и материалы для проведения манипуляции, и время. В поликлинике работает не одно отделение. Спектр предлагаемых услуг широк – от простого осмотра до сложных операций. Функционируют как бюджетные, так и платные кабинеты. Обновляется материально-техническая база. Уровень своей квалификации повышают специалисты. Одним словом, здесь стремятся создать все условия для того, чтобы жители областного центра Брещины улыбались. Ведь если улыбка хороша, отчего бы не показывать ее как можно чаще. Своим коллегам-стоматологам в этот праздник хотелось бы пожелать, конечно же, крепкого здоровья, благодарных пациентов и, наверное, чтобы работа для них всегда была в радость и приносила удовольствие. Потому что, как говорится, любимая работа не утомляет. С праздником, дорогие друзья. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.